Приветствую, мои любимые красотки! С вами Лилия Донскова. Покажу сегодня один из вариантов прически, который быстро, легко и просто может делать любая из вас. Даже кто говорит, я не умею плести вообще ничего, это вы сможете. Смотрите, берем расческу, расчесываем волосы, чтобы они были максимально гладкие. Далее, легким движением одного пальца я отделяю прядку. Вот смотрите, одна прядка отделена, и к ней вот так я отделяю вторую, вот так, чтобы вам видно было. Смотрите, что я делаю, я их просто друг с другом перекрутила. Раз, перекрут, вот так, да? Ага, вот, перекрутила, беру дальше, перекрутила, то есть ничего лишнего, вот прядка падает, я к ней добавляю и кручу. То есть я кручу вот такой жгутик. Еще смотрите, если вы хотите, чтобы прическа была повыше, как корона, то сразу задавайте направление вот этой прядки повыше. То есть можно плести, смотрите, вот так вот низом пойти крутить, да? Это нам не подойдет. Нам нужно, чтобы все пошло вверх. Давайте начну сначала, и вы заодно еще раз посмотрите. Такую прическу можно делать даже, в принципе, без зеркала. Итак, взяли. Пальчиком отделили, прокрутили, отделили, прокрутили. Все, я кручу, верчу и стараюсь поднимать вот так вот повыше. Вот тут макушечку разглаживаем. Дальше поворачиваюсь, кручу, поднимаю. И потуже, старайтесь вот это место, чтобы у вас не провисало. Крутите потуже. Отделяем. Крутим, отделяем, крутим. И сейчас я вернусь к вам вот так вот. Угу. Так, видно хорошо, надеюсь. Проверяем. И то же самое, то есть небольшими кусочками отделили, прокрутили. И смотрите, я чуть-чуть голову наклоняю вперед, чтобы мне легче было поднимать прядки. Кручу, и тут... Вау, что у нас происходит? Мы уже закончили. Закончили. Практически все волосы закончились. А я продолжаю крутить. Фух. И вот в этот момент можно какую-то прядку выпустить. Например, вот отсюда, если не будет мешаться. Или чуть дальше. А тут продолжают эти волосы скручивать. Давайте вот тут. Кручу, 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 просто как веревочка. Закручиваем, закручиваем. Где вот немножечко провисло, я без зеркала делала, ничего страшного, можно всегда вот так приподнять и убрать волосы на место. Докручиваем до конца, желательно иметь какую-то резиночку или крабик, вот так, чтобы кончик вот этот закрепить. И резиночкой закрепляю. И самое главное, не отпускаем, держим. И вот так вот я здесь укладываю по кругу, а хвостик прячу вовнутрь. Беру крабик и где-то закрепляю. Можно изнутри закрепить, там, где не видно будет. По цвету можно подобрать крабики. Вау, вот такая прическа. Можно выпустить какие-то прядки, создать неряшливость, можно их даже подкрутить немножко. Что получилось? Это быстро на лету делается, вообще просто, чтобы, например, волосы не мешали. Если сделать чуть-чуть поаккуратнее, да, все это расправить, разгладить, то получится просто невероятно красивая вечерняя прическа. Что скажете, стоит повторить? Попробуйте. Напишите мне в комментариях, как у вас получилось, понравилось или нет, какой получился эффект со стороны ваших близких, как они отреагировали. Самое интересное, когда вы потом распустите прическу, то у вас будут красивые волны, поэтому можно ее закручивать на слегка влажные волосы, либо добавить чуть-чуть закрепляющего какого-то фиксирующего средства, которым вы обычно пользуетесь, может быть, мусс.
И когда вы распустите, у вас будут красивые классные локоны. Вот сколько сразу я вам лайфхаков дала. И не нужно быть каким-то супер волшебником, чтобы сделать себе прическу. Все, жду от вас отклика. Всего доброго, пока-пока.